Жители Сакраменто могли на время почувствовать себя полноправными волжанами. Россияне, проживающие в этом американском городе, голосовали на выборах от лица жителей Самарской области. ЦИК приписал их к Жигулевскому одномандатному округу. Так с каким же настроением шли на избирательный участок калифорнийцы с российским гражданством? С Тихоокеанского берега эксклюзивный репортаж нашего бывшего земляка и коллеги Алексея Боровских. Здравствуйте, уважаемые земляки! Горячий привет вам из солнечной Калифорнии. Действительно, пусть на какое-то время, но Самарская область и Калифорния стали невероятно близки. И все благодаря федеральному закону, регулирующему выборы по одномандатным избирательным округам. Понять логику законодателей очень сложно. Тем не менее, жители Сан-Франциско и Бэй-Эйри, имеющие российские паспорта, сегодня выбирают власть для Ховринского района города Москвы. Все остальные калифорнийцы, включая сакраментовцев, могут считать себя полноправными волжанами, потому как они приписаны к Жигулевскому избирательному округу номер 161. Но мне быть волжанином, что называется, не впервой, а вот, оказывается, не только я один здесь такой. Среди тех, кто пришел на избирательный участок, оказалось немало людей, которые так или иначе связаны с Самарской областью. Меня очень много связывает с Россией, в частности, с Самарой, что у меня и сын там учился, и сестра старшая. И поэтому душой болею за Россию, в большей части за Самарскую область, вот, за город Куйбышев, бывший, где я учился. Поскольку я интересуюсь и интересовалась ходом выборной кампании, то сделала для себя выбор и пришла сюда голосовать. Я являюсь гражданкой Российской Федерации. Все-таки я сейчас на данный момент не гражданка Соединенных Штатов Америки. И поэтому у меня просто болит душа за мою страну. Я таким образом выражаю свою гражданскую позицию. Для того, чтобы описать процесс голосования в Сакраменто, нужно сказать, что в калифорнийской столице нет постоянного дипломатического представительства России. Было почетное консульство России, которое в начале года было закрыто Госдепартаментом США в ответ на закрытие американских культурных центров в России. Тем не менее, это никак не сказалось на развитии культурных проектов. Вот одна из традиций – это проведение выездного голосования. Выборы здесь в российский парламент проходят без пафоса. В офисе одной из частных компаний, которая принадлежит также выходцу из бывшего Советского Союза, представитель избирательной комиссии рассказал нам об этих особенностях. Особенностях проведения выборов – за границей. Выбор Самарской области для нас был немножко неожиданен, но раз ЦИК решил, то мы вот обеспечили выездное голосование, и вот по Самарской области можно голосовать в трех городах. Это Сакраменто, это Лос-Анджелес, это Денвер. Наши сотрудники, члены избирательной комиссии, выехали в эти три города и организовали выездные голосования, которые будут проходить не целый день, как на основном участке, а несколько часов. Ну что же, россияне-калифорнийцы сделали свой выбор, и я надеюсь, что мы помогли вам избрать достойных людей. Алексей Боровских, информационный портал The City Info, специально для Самара ГИС.